Ой, кефир почек хорошо помогает от сердца. Ой. Ой. Шура. Верьте мне. Верьте мне, Шура. Только кража. Только ограбление. Только кража, Шура. Только ограбление. Вы жалкая, ничтожная личность. А вы калека. Папаша Тардево, вам давно перевалило за 50, и потом ваша нога. Мне уже 60, сударь. Но, снисходя к ходатайству, правительство оказало мне милость и продлило срок моей службы. Франция, мой дорогой, еще нуждается в нашей защите. Кругом столько негодяев. Что вы со мной делаете? Что вы со мной делаете? Ну как я могу подписать характеристику на человека, уезжающего в кап-страну, на постоянное место жительства? Борис Семенович, душечка, ну что вы так мучаетесь? Ну напишите любую, вы же понимаете, что это дурацкая формальность. Не говорите глупости так, я должен взять на себя серьезную политическую ответственность. Я купил одну птицу на рынке. У кого? У мужика какого-то, с такой большой бородой. А тот попугай и научил всех остальных. Дерзаченщик. Мужик, что ли? Попугай. Улетел. Как назло улетел. Даже не попрощался. Король называется. Их люд.